И ты знаешь вообще, что это за компания? Венец? А? Винсент? Нет. Это компания, в которой просто все ходят идеально одетые, все мужчины в белых рубашках, в пиджаках, в жилетках, просто офис весь в цветах, но просто, знаешь, внешне самое, что у меня есть красота, рай, не знаю какой. И я понимала, что это все внешняя картинка, такая, знаешь, обложка, а внутри я уже давно ощутила, что ну, там вообще там все совсем не так, все совсем не так. Картинка красивая, а за ней столько вранья, столько какой-то жадности, страхов. И когда я пришла к тебе, это был такой контраст, но я прям как будто подумала, что, боже, это прям вот сам Бог меня привел к тебе. Ну, в плане того, что у тебя, особенно в тот день, был жуткий беспорядок, просто вернуло все. Я была в шоке, с одной стороны, а в то же время я понимала, что как будто я в правильном месте, и вот здесь я найду эту красоту внутреннюю, несмотря на то, что внешне это хаос, это грязь, но внутри грязи нет. И потом пошел этот процесс преображения, я не побоялась этого, и начала в себе все ближе это ощущать. Вот. И я просто даже представила, как это можно показать даже, знаешь, как в социальных роликах. Что, типа, люди приходят к парню, у него жуткий бардак, и они такие, боже, какой кошмар. Да, можно в такой форме, можно в форме, как я тебе рассказала, в компании, допустим, я пришла там, я подумала, деньги, там, знаешь, работаю себе на квартиру, вот, а потом поняла, что, блин, у меня еще другие ценности, вообще другие, что я здесь делаю. И когда пришла к тебе, я поняла, что есть не нужда, а именно желание, хотение, любовь. Круто. Может быть, какое-нибудь очень красивое место, и туда приходит парень, и он одет как бомж, и все такие фу, и убегают. А потом кто-нибудь к нему подходит и говорит, расскажите, что у вас на душе. И он начинает рассказывать. Блин, я не знаю, но пока не знаю. Это как-то вот очень коротко надо показать, да? Очень коротко, чтобы, знаешь, чтобы не было много слов, но было так понятно. Да, блин, это очень крутая тема, офигенская. Да, то есть мы тут покажем, что красота внутри, а не снаружи, да? А вот и это тронет сердца людей, потому что это правда, это истина. И знаешь, вот я заметила, что действительно мы все на это ведемся. Там, не знаю, машина там дорогая, да, пиджак, еще что-то. Но на вот именно ценности, которые внутри нас, вот, по-моему, сейчас даже такое время коронавирус, когда вот мы именно вот глубже должны быть способны увидеть. Можем увидеть глубже. Да.